знаю о Боге, как нашел меня, меня оправдал и на твердой скале поставил меня. Спасибо! Иисус, спасибо, ты же свой, принять славу, принять всю честь. Пришел ради тебя, чтобы разорвать гроб ограничений, чтобы снять печать, всякую тяжесть твою жизнь. Иисус, спасибо, ты за свой, принять всю славу, принять всю честь. Иисус, ты живой, и мы поклоняемся тебе. Хочу я кричать, Аллилуйя, Иисус, спасибо, ты достой, принять всю славу, принять всю честь, Иисус, хвалу. Может быть, твой первый раз здесь, хочу я кричать, Аллилуйя, Иисус, спасибо, ты достой, принять всю славу, принять всю честь, Иисус, хвалу. Аллилуйя, Иисус, спасибо, ты достой, принять всю славу, принять всю честь, Иисус, хвалу. Хочу я кричать, Аллилуйя, Иисус, спасибо, ты достой, принять всю славу, принять всю честь, Иисус, хвалу. Хочу я кричать, Аллилуйя, Иисус, спасибо, ты достой, принять всю славу, принять всю честь, Иисус, хвалу. Мы ожидаем Господа. Хочу я кричать, Аллилуйя, Иисус, спасибо, ты достой, принять всю славу, принять всю честь, Иисус, хвалу. Мы будем аккуратны, чтобы воздать тебе всю славу, всю честь, и всю хвалу, славу, принять всю честь. Аллилуйя. Всю хвалу. Господь Иисус, мы благодарим тебя, что ты с нами. Ты наша надежда, ты наша радость, ты причина нашего завтрашнего дня. Твоя улыбка — это все, что мы хотим, и мы знаем, что ты будешь исцелять людей. Мы знаем, что ты сделаешь чудеса, но мы жаждем встретиться с тобой. Я молюсь, чтобы каждый человек в этом зале, независимо чем он здесь занимается, в служении, в прославлении или просто в зале, чтобы они пережили твою близость. Я прошу, чтобы ты утешал их, обнимал, вдохновлял и радовал. Аллилуйя! А мы будем торжествовать. Мы будем славить, мы будем верить, мы будем восклицать. Аллилуйя! Тебе вся слава и честь! Поднимите еще раз руки Господу! Тебе вся слава и честь! За твою благодарностью! За тебе вся слава и честь! Прославляйте Великого Царя! Тебе вся слава и честь! Господа Господствующий! Тебе вся слава и честь! Он живой! Тебе вся слава и честь! Тебе вся слава и честь, вся вселенная поклоняется. Тебе вся слава и честь, тебе вся слава и честь, тебе вся слава и честь. Мандарла, маганда. Тебе вся слава и честь. Ты не уйдешь. Тебе вся слава и честь. Пастыри, слушатели. Тебе вся слава и честь. Свежим елеем. Тебе вся слава и честь. Тебе вся слава и честь, честь, сила Божья уже на тебе вся слава и честь, тебе вся слава и честь, хочу я кричать, Аллилуйя, Иисус, спасибо, ты достоин, принять всю славу, принять всю честь, мы все славу, чтобы провозглашать Евангелие, хочу я кричать, Аллилуйя. Спасибо, ты достой, принять всю славу, Аллилуйя, принять всю честь и всю хвалу. Скажи со мной такие слова. Иисус, я хочу мое чудо. Помоги мне, Иисус. Я уже не справляюсь.
мне нужна твоя помощь. И Он поможет тебе. Он поможет тебе. Самое лучшее место в Кривом Роге, где можно сегодня быть, это место. Слава Господу. Давайте Иисусу большие аплодисменты. Большие аплодисменты. И бас-гитара, и ударник. Аллилуйя. Воскликните Господу. Воскликните Господу. Чудеса учили на месте. Ты достоин. Кто-то уже исцеляется. Правое колено. Оно исцеляется уже сейчас. Возложите руку на правое колено. Область желчного и аппендицита. Господь прикасается к вам. Положите свою руку. И скажите, я принимаю мое чудо. Глухие уши уже начинают слышать. И всю хвалу. Хочу я кричать. Он достоин. Хочу я кричать. Небеса услышат Твою руку. Спасибо, Ты достоин меня слышал, принялся честь. Может было тяжело, хвалу, но Твоя хвала покажет. Хочу я кричать, аллилуйя, Иисус, спасибо, тяжело, но Ты достоин, принялся сам, принялся честь и всю хвалу. Хочу я кричать, аллилуйя, Иисус, спасибо, Ты достоин, принялся сам, принялся честь, Иисус, хвалу, Господь, хочу я кричать, чтобы сказать вам, что Иисус, спасибо, Ты достоин, принялся сам, принялся честь, Иисус, хвалу. Еще раз учим. Хочу я кричать, аллилуйя, Иисус, спасибо, привет, Ты достоин, принять всю славу, принять всю честь, всю хвалу. Хочу я кричать, аллилуйя, Иисус, спасибо, Ты достоин, принять всю славу, принять всю честь, Иисус, хвалу. Аллилуйя, Иисус, спасибо, Ты достоин принять всю славу, принять всю честь и всю хвалу. Хочу я кричать, аллилуйя, Иисус, спасибо, Ты достоин принять всю славу, принять всю честь и всю хвалу. Такая сила Божья. Хочу я кричать, аллилуйя, Иисус, спасибо. Кто-то из вас давно не кричал уже, что-то давило на твою душу, и ты не мог возвысить свой голос, потому что не было причины для того, чтобы восклицать. Сегодня у тебя будет причина, почему ты будешь восклицать. Дайте Богу большие аплодисменты за эти причины, за эти причины. У тебя будет причина восклицать. Хочу тебе сейчас, и тебе вместе с тобой, и скажешь, посмотри, что здесь мне, Иисус, меня все забыли, от меня отвернулись, и Он пришел ко мне. Тебе вся слава и честь. Он изменил мою жизнь. Тебе вся слава и честь. 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 Поднимите ваши руки Господу. Тебе вся слава и честь. Господу.
Воздавайте Ему славу. Тебе вся слава и честь. За то, что вы на этом месте. Тебе вся слава и честь. Где угодно. Но ты здесь. Тебе вся слава и честь. Это потому, что Он привлек тебя к себе. Тебе вся слава и честь. Тебе вся слава и честь. Лучшую хвалу. Тебе вся слава и честь. Которую ты только давал. Тебе вся слава и честь. От всего сердца. От всей души. Тебе вся слава и честь. Там, где народ прославляет. Тебе вся слава и честь. Если уходит. Дьявол уходит. Тебе вся слава и честь. Своих ангелов. Мы их не видим, но они очень хорошо видят нас. Может быть, для вас это непривычно, но Библия полна этих историй. Ангелы силы Божьей, они здесь. Дай Богу большой запрос сегодня. Дай Богу большой запрос на свою судьбу, что твоя судьба никогда не будет прежней. И это возможно. Аминь. Большие аплодисменты Иисусу. Спасибо, Иисус! Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Тебе! Слава Тебе! Люблю Тебя, Иисус! Сильно, сильно! Скажи, Иисус, я люблю Тебя! Я люблю Тебя! Вы знаете, сегодня никого не удивишь вопросом, ты веришь в Бога? Но вопрос больше, чем верю. Я люблю Бога. Мы любим Бога. Мы любим Его. Да. Но Он возлюбил нас раньше. Аллилуйя. Поверни своему ближнему и скажи, ты любимчик у Бога. Аминь. Спасибо. Вы славные. Так, так славно. Ох, думаю, ненадолго мы вас отпустим. Вы уходите со сцены, да? А кроме веры пока... Аллилуйя. Спасибо большое. Вы делаете хорошую работу. Присаживайтесь, дорогие друзья. Большое спасибо, что вы пришли в это место. Это большая привилегия и честь, что вы пришли. Мы это очень ценим. Присаживайтесь. Есть люди, которые сзади стоят. Группа порядка, помогите им найти место. Если рядом с вами находится ребенок, пообещайте ему мультики до 12 ночи в субботу. Один раз в виде исключения, но пусть он будет тихий. Потому что люди слушают. Я вообще люблю детей. Я обожаю детей. Но очень важно, чтобы они не отвлекали, чтобы люди не пропустили свое чудо. У кого правое ухо глухое? Есть такие люди? У вас глухое правое ухо. У кого еще правое ухо глухое? Ваше ухо вообще не слышит? У кого правое ухо? У вас? Подойдите ко мне, пожалуйста. Придите, пожалуйста. У кого правое глухое ухо? Идите сюда. Одно ухо. Одно. Пока одно. У мужчины два правых уха. Вы знаете, есть время, когда уже Иисус делает чудеса сразу. У кого одно правое ухо глухое? Подойдите ко мне на сцену, пожалуйста. Аллилуйя. Спасибо тебе. Группа порядка, помогите людям пройти. Слава Господу. Мы любим тебя, Иисус. Это смелые женщины. Давайте их поддержим аплодисментами. Группа порядка, уберите пока кафедру. Идите сюда, дорогие. Спасибо. Идите. Становитесь в рядочек. Слава Господу, становитесь сюда. Смелые женщины. Но не слышим, да? Хорошо. Мы хотим... Я хотел проповедовать, начать, чтобы объяснить людям, которые первый раз вообще, кто мы здесь. Но приходите, пожалуйста. Но Иисус хочет делать чудеса.
Вы сказали, что у вас правое ухо не слышит, да? Хорошо, вы хотите слышать? Хотите слышать? Сильно-сильно? Сильно-сильно? Еще одно правое ухо идет в таком красивом костюме. Слава Господу! Слава Господу! И вот у мужчины правое ухо. Слава Богу! Вы знаете, вы находитесь в месте, где вам искренне рады. Знаете почему? Потому что нам от вас ничего не надо. Хорошо, я буду молиться за вас. Мне нужно сделать это очень быстро. Вы волнуетесь? Помогает? Деньги приносит? Не волнуйтесь, пожалуйста, все будет хорошо. Смотрите, что мы с вами сделаем. Я за вас помолюсь. И потом вы положите палец себе в то ухо, которое слышали. И я начну проверять ваш слух. И те, кто из вас будут слышать, вы поднимаете руку. Хорошо? Давайте мы простем к ним свои руки. Мы будем молиться Богу об их исцелении. Мы не занимаемся здесь психологией. Мы говорим, что есть Сын Божий. И Он исцеляет, и Он освобождает. Аллилуйя. Какое ухо не слышит? Это был бестактный вопрос. Только что спросил, говорил, правое ухо. Положите палец себе в правое ухо. Правое ухо. Правое. Простите к ним свои руки. Именем Иисус, дух глухой, я иду против тебя властью, данной мне, силой моего Господа. Я приказываю тебе, убирайся прочь, оставь этих людей. Уши откройтесь, уши слышьте. Во имя Иисуса. Барабанные перепонки, молоточки, слуховые отделы, исцелитесь во имя Иисуса Христа. Я благодарю Тебя, что Ты исцеляешь. Я благодарю Тебя. Аминь. Теперь скажите со мной, я принимаю мое чудо. Я принимаю мое чудо. Хорошо, теперь опустите ваши руки. Мы сейчас сделаем, вы закроете здоровое ухо, я начну к вам говорить, и как только вы услышите, вы машете мне рукой, хорошо? Закройте свое здоровое ухо, которое было. Пальцем прямо туда. Прямо туда пальцем. Там еще аппарат, мы сейчас с этим разберемся. Скажите со мной, один. Кто меня слышит, поднимайте руку. Аллилуйя! Один. Один. Два. Там аппарат. Закройте его. Я красавица. Я умничка. Один. Повторяйте все. Снимите. Два. Один. Два. Один. Два. Большие аплодисменты. О, слава Господу! Вы меня слышали? Ему говорить «я умничка» может быть непривычно. Один. 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 Два. Два. Я хороший. Я хороший. Я хороший. Аминь. Сколько ваше ухо не слышало лет? Кого? Сколько ваше ухо не слышало? Ой, лет пять. Ваше? Ой, уже я не помню, сколько год. Сколько? Ну, год 25. Ваше сколько не слышал? Ну, где-то 20-25. Сколько ваше ухо не слышало? Я просто плохо слышу. Сейчас слышали? Да. Сколько плохо лет вы слушали? Сколько ваше? Две недели. Ваше? За ухо. А сколько не слышала ваше? Правое ухо. Сколько не слышал? Слышу где-то лет 7-8. Ваше? Туда 4. Ваше? 4. Можно вас сюда? Как вас зовут? Ольга Петровна. Это ухо не слышит. А на левом ухе у вас аппарат. Да, да. Оно тоже не слышит. Ну, оно... Вы можете снять? Посмотрите. Когда будете, вы сможете побрызгать. Прострите к ней свои руки. О, я чувствую силу Божью здесь.
Ухо слышь! Один. Один. Два. Два. Я красавец. Один. Два. Я умничка. Я умница. Бусинка. Нашли бусинку. Один. Два. Три. Слава Господу! Он вам больше не понадобится. Вы на это ухо не слышали, а на это только со слуховым аппаратом. Я так рад за вас. Аллилуйя! Слава Богу, давайте большие аплодисменты. Присаживайтесь, присаживайтесь, спасибо большое. Мы будем делать все быстро. Так, а где Саша, который поет? А, у нас есть ты. Все, нам не... Опускай микрофон. Пусть он будет возле тебя, если что, будем петь. Ты же знаешь, что я петь не умею, а? Хорошо. Слава Господу. Аллилуйя. Сколько человек здесь было? Шесть? Семь. Десять. Слава Господу. Это хорошее начало. Верните мне кафедру, пожалуйста. Мы занимались правым ухом. А у кого левое глухое? Одно ухо левое глухое. Быстренько выходите сюда. Быстро, быстро, быстро. Приходите сюда. Я думаю, вам будет несложно сделать 20-30 шагов. Я из Киева приехал ради вас. Пою я тебе. Иисус, спасибо, ты достоин принять всю славу, давайте мы будем сидя, просто поклоняться Господу. Уже чудеса происходят. Хочу я кричать, аллилуйя, Иисус, спасибо, сегодня рак будет принять всю славу, принять всю честь и всю хвалу. Это все левые уши, да? Хочу я кричать. Аллилуйя. Спасибо тебе, Иисус. Вы видели, что мы делали сейчас? Мы сделаем то же самое. У тебя левое ухо не слышит? Оба не слышат. Я просил одно пока, но я помолюсь за тебя. У нее оба не слышат. Я просил пока одно. Ну хорошо. Мы вас ждем. Мы вас ждем. Слава Господу. Что у вас с ногами? Колени болят. Господь, исцели ее колени. Болят колени. Господь, исцели ее колени. Я хочу помолиться за ваше ухо. Можно? Только я там за вас, с той стороны помолюсь. Хорошо? Пойдемте. Смотрите, как вы хорошо ходите. Аллилуйя! Бог замораживает вашу боль. Бог замораживает вашу боль. Поднимите чуть-чуть ваши ножки. Есть боль? Есть боль? Чуть-чуть. В этом колене. В этом? Потому что на этом сила Божья. Я чувствую. Господь, исцели ее правое колено. О, я чувствую. Боль уходит. Уходит боль? Проверьте. Уходит? Еще чуть-чуть. Она сейчас уйдет. Я должен с вами станцевать. Вы обещаете мне танец? Обещаете? Ну все, идите, станьте на свое место. Идите, станьте на свое место. Слава Господу! Аллилуйя! Слава Господу! Она вам больше не понадобится. Положите, пожалуйста, волнуетесь, да? Волнуетесь? Нет? Жарко? Это свет. Положите, какое ухо не слышит? Левое. Положите туда пальчик. Положите левый пальчик. Хорошо. Давайте простем к ним свои руки. Именем Иисус! Дух глухой! То же самое, что ты слышал 5 минут назад. Убирайся от этих женщин. Я приказываю вашему уху открыться во имя Иисуса.
во имя Царя Иисуса, живого и пребывающего вовек, я приказываю вам исцелиться прямо сейчас. Прострите к ним свои руки. Ухо слышь! Ухо слышь! Дух глухой, я связываю тебя. Ухо слышь! Ухо слышь! Ухо слышь! Во имя Иисуса, исцели, Господь, ради славы Твоей, ради имени Твоего. Пою я Тебе. Аллилуйя, Иисус, спасибо, Ты достоин принять всю славу, принять всю честь и всю хвалу. Послушайте, посмотрите на меня. Я не знаю, кому из вас это нужно, но Бог мне показывает. Алло? Посмотрите на меня. Но Бог мне показывает, что Он восстанавливает кому-то из вас ваше женское счастье внутри. Он исцеляет вашу внутренность. Я не знаю, кому это из вас. Много боли было. Много боли было. Господь восстанавливает. Вы будете чувствовать себя по-другому. Вы будете воспринимать себя по-другому. И, казалось бы, просто на вашу жизнь положили шторм. И вы дальше ничего не видели в своей жизни. Иисус поднимает эти шторы. И вы увидите горизонты вашей жизни. А за горизонтом еще горизонт. А за горизонтом еще горизонт. Но кому-то из вас нужно что-то простить. Не надо вам рассказывать. Но Господь восстанавливает вашу внутренность. Слава Господу. Аллилуйя. Слава Господу. Ничего не закончено. Ничего не закончено. Все только начинается. Все только начинается. Все только начинается. Я чувствую, много боли было. Вы даже никому не признавались об этом. Ни детям вашим. Вам нужно было оставаться сильной. Вы не могли этим поделиться с вашими детьми. Бог уберет это все из вашего сердца. Сегодня. Вы хотите это? Аллилуйя. Скажите, Господь, сделай это. Аллилуйя. Теперь что мы сделаем? Закройте это ухо, которое слышало. Один. Кто меня слышит, повторяйте. Один. Поднимите руку. Два. Один. Два. Слышите? Вы не слышите? Вы слышите? Один. 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 Два. Два. Три. Не слышит? Ухо слышь! Ухо слышь! Скажите, отказываюсь волноваться. Положите. Один. Два. Один. Два. Один. Два. Один. Слава Господу! Давайте большие аплодисменты! Слава Господу! Давайте больше, больше аплодисменты! Давайте большие аплодисменты! Проходите на свои места! Слава Тебе, Господь! Слава Тебе, Господь! Мы любим Тебя, Иисус! И всю хвалу! Если здесь люди, и поймите, я не целитель, я не целитель. Иисус. Лена, у меня есть к тебе слово. Очень много почести, правильной почести дали твоему мужу как служителю. Тебе она принадлежит тоже. Аллилуйя. Аллилуйя. Есть ли здесь люди, которые больны раком? Есть, машите рукой. Нет таких людей? Вы, да? Я вижу. Вы, да? Скажите, это было бы удобно, если бы вы поднялись ко мне на сцену, чтобы я мог за вас помолиться. Это вас не обязывает. Но есть иногда смысл в том,
чтобы выйти на территорию, на которой вы никогда не были, чтобы получить то, что вы никогда не получали. Если вы больны раком, придите, пожалуйста, сюда, а мы будем петь пока. Слава и честь. Хочу я кричать. Если вы больны раком, придите. Те, кто вы пили, если вы больны раком или другой болезнью, вы сегодня будете исцелены. И, пожалуйста, пишите ваши свидетельства уже в эфире. О, слава! Мы сидим, мы поднимем нашу руку Господу. Аллилуйя! Иисус, спасибо! Ты достоин принять всю славу, принять всю честь и всю хвалу. Хочу я кричать, аллилуйя, Иисус, спасибо, Ты достоин принять всю славу, принять всю честь и всю хвалу. Хочу я кричать, аллилуйя, Иисус, спасибо, Ты достоин принять всю славу, принять всю честь и всю хвалу. Давайте поднимемся на наши ноги. Если вы в пожилом возрасте и вам трудно стоять, конечно же, оставайтесь, сидите, все хорошо, но церковь... Тебе все слава и честь. Спасибо, что пришли. Спасибо. Я понимаю, что это может быть непривычно стоять перед людьми, но вы в Доме Божьем. Многие из людей, которые здесь, они были исцелены от рака. Спасибо, что вы пришли. Вам нечего здесь стесняться. Она на связи? Дома больна раком? Вы можете ей позвонить и сказать, просто пусть держит трубку. Остальное я сделаю. Я хочу задать вам один вопрос. Для некоторых из вас он может показаться бестактным. Но поверьте, я знаю, что я делаю. Вы хотите жить? Вы хотите жить? И славить Господа? Он услышал? Он услышал? А давайте не скажем, просто скажем, помолиться за исцеление. Благословить мы ее хотим. Скажи, здесь служитель, хочете... Ответьте ей. Скажите, пусть минутку побудет. Скажите, просто молятся за ее здоровье. Да, просто за нее мы хотим помолиться. Скажите, вы на собрании, где служитель молится. Пусть побудет минутку на телефоне. Просто пусть слушает. Проповедник. Евангелистом будет, 100%. Или лидером домашки. Она уже слушает. Она уже слушает. Хорошо. Почему я задал этот вопрос? Потому что иногда для желания жить нет естественного основания. А чего хотеть, если диагноз-то? Но из-за того, что вы хотите жить, Господь прикоснется к вам. Потому что когда вы чего-то хотите, вы даете Богу законное право действовать в вашей жизни. Человек не был создан для болезни. Человек был создан был для здоровья, для счастья и для радости. И мы сейчас прогоним это все. И Господь исцелит вас. Вы испытываете боль? Сейчас. Где у вас? Если вы бы нажимали чуть ниже пояса, вы бы почувствовали боль? Хорошо. У вас есть боль? Если бы нажимали в том месте? Нету боли. Опухоль? Вырез. У вас есть боль? Прямо сейчас? Где у вас? В голове, да? Сейчас нет боли. Где у вас? Да. Вы чувствуете боль? Нет? Даже если будете нажимать, боль не чувствуете. Окей, вы чувствуете боль. А где у вас рука? Если бы вы там нажимали, вы бы почувствовали боль? Когда тяжести поднимают. Слишком большую, как много поднять нужно, чтобы почувствовать? 2-3 килограмма и уже чувствуете боль. У кого-то есть большая Библия или женская сумочка на 2-3 килограмма. Сережа, ты не взял свою Библию? И Сережа. Хорошо. Положите, пожалуйста, вашу руку. Можете
на голову положить, вы положите на пояс. Хорошо. Давайте простем к ним свои руки. Аллилуйя. О, мой Господь, славим Тебя. Хочу я кричать. Царь жизни. Аллилуйя. Царь жизни. Иисус, спасибо. Царь Ты жизни. Достоин принять мы всю славу. Мы просим Тебя, прикоснись к этим людям. Честь, именем Иисуса хвалу. Христа. Болезнь, оставь ее во имя Иисуса. Болезнь, оставь ее во имя Иисуса. Дух смерти. Принять всю славу, убирайся. Принять всю честь, я проклинаю семя рака, корни рака. Хочу я приказываю умереть во имя Иисуса корням, семени и опухоли. Умри во имя Иисуса. Рак, умри во имя Иисуса. Рак, умри во имя Иисуса. Жизнь, жизнь. Жизнь, давайте прославлять Господа. Сила Божия на этом месте. Исцели, Господь. Исцели, Господь. Исцели, Иисус. Я разрушаю эту болезнь в вашем теле. Во имя Иисуса. Аллилуйя. Представьте, я принимаю мое чудо. Я принимаю жизнь и всю хвалу от Иисуса. И я обещаю, что я воздам всю славу Богу и буду служить Ему во имя Иисуса. Теперь я хочу попросить вас, сделайте глубокий вздох и глубокий выдох. Очень глубокий вздох и выдох. Сил! Аллилуйя! Давайте дадим большие аплодисменты Иисусу. Аллилуйя! Иисус, спасибо! Ты достоин принять всю славу, принять всю честь и всю хвалу. Хочу я кричать, аллилуйя, Иисус, спасибо. Ты достоин принять всю славу, принять всю честь и всю хвалу. Давайте прославлять Господа. Хочу я кричать, быстро, 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 быстро. Иисус, спасибо. Аллилуйя, слава Тебе. Ты она сказала, что она пришла с болью. Нажми, пожалуйста, там, где была у нее боль. Нажми. Есть боль? Нет. Тебе вся слава и честь. Нет. Тебе вся слава. Тебе вся слава и честь. Аллилуйя. Тебе вся слава и честь. Слава Тебе, Господь. Знаете, почему нет боли? Тебе вся слава и честь. Иисус исцелил. Потому что Иисус исцелил тебе вас. Тебе вся слава нет боли? И честь. Нажмите еще раз. Тебе вся слава и честь. Нет боли? Воздайте Богу большие аплодисменты. Тебе вся слава и честь. Раз, ушел. Тебе вся слава и честь. Аллилуйя. Это никогда не вернется. Тебе вся слава и честь. Это никогда не вернется. Тебе вся слава и честь. Аллилуйя. Можете немножко нагнуться. Есть боль? Я понял. Делайте то, что я говорю. Есть боль? Хорошо, делайте то, что я говорю. Окей. Теперь возьмите мою руку. Снизу. Снизу. Я буду создавать давление на килограмм, потом на два, потом на три. Вы держите ее. Есть боль? Не бойтесь. Есть боль? Хорошо. Я знаю, что поднять надо. Дайте что-нибудь на 2-3 килограмма. Церковная касса? Сколько здесь? Сколько здесь? Давайте начнем с... Я сначала поддержу вам, хорошо? Вместе, чтобы вы не боялись. Подождите. Отдай пастору. О, ну здесь я вам скажу килограмма, ну 5 минимум, 6. Давайте по чуть-чуть. Держите. Когда скажете, есть боль? Есть боль?
Есть боль? Давайте в другую ручку. Ну, я... Сейчас мы разберем. Есть боль? Еще есть. А с этой... Сейчас с этой нету. Хорошо. Простите, чьи свои руки. Вы волнуетесь? Скажите, отказываюсь волноваться. Не доп... Хорошо, не допустим смерть. Иисус. О, я чувствую силу Божью. Я благодарю Тебя за ее исцеление. Я благодарю Тебя, Иисус. Умри, жизнь, дух смерти, убирайся прочь. Во имя Иисус. Вау. Волнуйтесь. Волнуйтесь. Я спокоен. Хорошо. Но вы сразу много берете. Есть боль? Вы знаете, Господь вас исцелил. Давайте здесь потихоньку. Тебе вся слава и честь. Есть боль? Тебе вся слава и честь. Тебе вся слава и честь. Меньше стало. Да, немножко. Аллилуйя. Благодарю Тебя, Господь. Тут на такую штуку, может, у других боль появится. Простите к ней свои руки. Тебе вся слава и честь. Дух смерти! Убирайся из ее почек. Тебе вся слава над почечником. Убирайся, ты лжец. Мы обвиняем тебя во лжи. Мы говорим, тебе что ранами Иисуса она исцелена. Скажите, ранами Иисуса. Ранами Иисуса я исцелена. Я верю в это. Я прощаю. Я прощаю. Тебе вся слава и честь. Аллилуйя. Поднимите ваши руки, Господу. Тебе вся слава. Аллилуйя. Спасибо тебе, Иисус. Тебе вся слава и честь. Аккуратно. Тебе вся слава и честь. Вы сильная женщина. Есть? Тебе вся слава. С Богом 20. Есть боль? Нету боли. Тебе вся слава и честь. Нет боли. Тебе вся слава и честь. Давайте поднимем руку Господу. Тебе вся слава и честь. Слава. Прославляйте Иисуса. Прославляйте Иисуса. Это никогда не вернется. Аллилуйя. Тебе вся слава и честь. Но у вас только снимки покажут, правильно, результаты. Тебе вся слава и честь. Пойдите туда, где можно посмотреть, и возвращайтесь, хорошо? Мы ждем от вас хороших результатов. Придете в церковь. Мы знаем, что Иисус ответит. Мы знаем. Иначе глупо было бы вообще все то, что мы не понимаем. Хорошо? Давайте под большой аплодисмент. Проходите, а вы сходите туда. Хочу я кричать, аллилуйя, Иисус, спасибо. Его слава на этом месте. Тебе достоин. Его чудеса на этом месте. Славу, у вас проблема с правым коленом. И у вас проблема в области таза с правой стороны. Если это вы, Господь исцеляет вас прямо сейчас. У кого проблема с правым коленом? Поднимайте ручки. Окей, хорошо. Положите туда вашу руку. Иисус, воссоздай новые колени. Пусть кровоток в нижнюю часть ноги будет освобожден. Дай необходимую жидкость в колени. Пересотвори колени. Выровняй эти колени. Пусть чудотворение произойдет прямо сейчас. Во имя Иисуса. Я чувствую помазание. Я чувствую помазание на вашем колене. Аллилуйя. Теперь начинайте потихоньку делать ногой вот так. Делайте, у кого была боль, делайте то, что не могли делать. Тебе вся слава и честь. У кого прошла боль в правом колене? Тебе вся слава и честь. Поднимите руки, у кого прошла боль прямо сейчас. Раз, два, три, четыре. У кого прошла боль? Машите так, чтобы я вас увидел. Боль прошла прямо сейчас. Тебе да. Слава и честь. Придите сюда быстренько. Тебе церковь, слава. Я хочу положить руки на ваши колени. У кого прошла боль? Тебе в правом колене. Пожалуйста, придите сюда. Тебе вся слава и честь. Придите, у кого прошла боль в правом колене? Тебе вся слава и честь. Вы должны дать свидетельство. Тебе вся слава и честь. У меня такое чувство, пастор, что мои проповеди Иисуса вообще не интересуют.
Тебе вся слава и честь. Аллилуйя. Тебе вся слава и честь. Господь наш. Тебе вся слава и честь. Иисус. Тебе вся слава и честь. Давайте большие аплодисменты Иисусу. Тебе вся слава и честь. Если у вас прошла боль. Тебе вся слава и честь. Тебе вся слава и честь. О, Иисус, тебе вся слава и честь. Эта женщина, которая выходила в синем платье, не ваша знакомая? Наша. Наша. А давайте немножечко, группа порядка, помогите другим, чтобы в один ряд стали. Мы вас очень любим. Очень сильно любим. Очень сильно. Аллилуйя. Конечно, правильно, Бога больше. Кстати, когда я пастору сказал, что я его люблю, он сказал, мне тоже люблю, и потом сказал, но Бога больше. И вы говорите, что больше. Служите людям. У вас у всех прошла боль в колене? Слава Господу. Помолимся. Я ж просил тех, кто боль... Хорошо. Поболим, не переживайте. Хорошо. Рано, заживи во имя. Я понял. Все хорошо. Успокойтесь. Успокойтесь. Вы хотите чудо? Вы хотите чудо? Хорошо. Отец, исцели ее ногу. Рано заживи. Как ты убрал рану в Риге мальчика, которого переехал трамваем. Исцелил его ногу. Исцели ее ногу. Во имя Иисуса. Тебе вся слава. Аллилуйя. Я задам только один вопрос. Сколько здесь тебе людей? Тебе вся слава и честь. Как долго болело колено? Уже вот 15. Тебе вся слава и честь. У меня оно давно болит, но... Сейчас нет боли? Сейчас нет, сегодня с утра оно болит. А у кого произошло больше, чем ушла боль? У кого была деформация колена? У вас была деформация? Незначительная? Ревматический артроз. Сейчас нет боли. Снимай. А что значит эта деформация? Как это было? Начинается вот опухоль. Колено толще, да. И, короче, начинается искривление. Сейчас, а утолщения сейчас нет? Ну, сейчас снимая. Насколько больше было утолщение обычного колена? Сюда. Вот если на сантиметр. Было утолщение. Утолщение. Сейчас исчез? Исчез. Давайте большие аплодисменты Иисусу. Кто-то такие настоящие. Тебе вся слава. А у кого была еще деформация колена? Тебе вся слава. Правого. Сейчас есть боль? Боли сейчас нема. А что у вас значит деформация? Деформация это эти стараются. Рящики. Сейчас нет боли? Сейчас боли нема. А кто-то есть здесь, у кого колено смотрело в другую сторону? Где? Можете юбку так не поднимать, конечно. Прошите. А что сейчас? А сейчас вроде ревно стоит. А ну я посмотрю. Вау, у нее ровные колени. Она смотрела в сторону? Да. На сколько градусов, сантиметров? Так сюда было, кривало. Вы можете приложить сейчас свой кулак, чтобы показать, как оно было? Вот так. Вам видно? Или вы на середину ее позвали? Вам видно? У нее колено было выгнуто. Сейчас ровно. Да, сейчас... Даже юбку хотелось, уже можно тебе короче на лето, да? Ну, не слишком, конечно, короче, но чуть-чуть. Сейчас ровненько. Почему у вас была деформация? Я не знаю, я даже не знаю. Что, наверное, вот вашу руку. Есть боль. Есть боль. Мы молимся за вас. Мы молим. Хорошо. Хорошо. У кого еще было выгнуто колено? У вас? Вы такие хорошие. Что было с вашим коленом? У меня тоже колено, оно вот в эту сторону нога пошла. И разница где-то 3-4 сантиметра. В сторону или по размеру? Вот так нога ушла. А сейчас как? Я сейчас не замечаю, оно болеть перестало у меня. А ну поставьте ровно. Господь. Боли нет, да? Выровни ее колено. Во имя Иисуса. Сейчас ровно или нет? Можете проверить?
лучше. Скажите, отказываюсь волноваться. Скажите, Иисус. Иисус, ты мне колено выровнял. Ты ей колено выровнял. А я тоже хочу короткую юбку. А я чуть выше колено. Ну, это допустимо, это допустимо. Хотите такую юбку? Ну, уже возраст 70 лет, но какую юбку? Да ладно, 70 лет. Юбкам все возрасты покорят. Хорошо, мне нужно немножко шутить. Мне надо немножко шутить, хорошо? Посмотрите сейчас, проверяйте. Колени легче. Я могу их ровно, ну, как бы рядом поставить, чувствую. Вот в этой части зала Господь исцеляет. Если вам нужно какое-то исцеление, примите это от Господа сейчас. И если вы почувствуете, что боль ушла, поднимите руку. Примите исцеление. Что сейчас с вашими коленями? Мне легче, мне легче. Я чувствую ногу. Да, боли нет. Вы чувствуете ногу? Я чувствую ногу. А что не чувствовали? Ну, вот она какая-то немного, как они. О, благодать. Онемевшая? Да. Это сила Божья. А, это сила Божья. Это сила Божья. У кого-то было еще выгнуто колено? У вас? Разрушенный сустав. Сейчас есть боль. Господь исцелил. А вы вышли сказать, что стало легче или за молитвой? Исцелилась. А здесь? Господь, создай ей новый. Новое колено создай. Он раздробленный? Сустав стерся. Кость, дай новые суставы. Сотвори новые суставы. Во имя Иисуса. Стал живой, был слеп и вижу. Что? Стала. Ушла боль? Ушла боль. Когда вы поднимали колени? Я не могла вообще. Вы не могли вообще поднять? Ты чудо. Так, убирайте еще раз кафедру. Стал. Все, она не нужна. Стал живой, был слеп. У вас было раздроблено колено, чаша, терлись. Суставы стерлись, а вот это. И, когда и вы чувствовали боль? Да, боль проходить даже. Сейчас? Ну, пройдитесь. О, скажите Иисус! Скажите громче! Иисус! Вау, идите сюда! Идите сюда! О, благодать! О, благодать! Спасен тобой! Я Иисус учильный без небес! Аллилуйя! Был мертв и жив! У вас у всех исчезла боль! А что у вас было? Сейчас нет? Нет. А ну пройдитесь. Она говорит, она прихрамывает. Был мертвый. Она такая счастливая. Кто вас исцелил? Как его зовут? Иисус. Хороший Иисус. Слава Господу. У вас у всех исчезла боль? Скажите, а ты что здесь делаешь? У тебя была боль? Да. В каком колене? Как долго? Господа, 3-4. Почему? Спорт, напряжение на колено. Каким ты спортом занимаешься? Бокс. Я с тобой дружу, дорогая. Какая красавица. Сегодня важный бой. Сегодня усик дерется. Ладно, это отвлечение. Сейчас есть боль. Что было конкретно? Какая проблема была? Хрустело, и будто внутри что-то терло, ну, косточки. Когда ты сгибала колено, ты чувствовала, что терлится кости об кость? Ну, хрустели. Стоянно? Да. Сейчас? Нет хруст? Нет. 3 года! 3 года! О, мы так рады за тебя, дорогая, мы так рады. Как тебя зовут? Лиза.
Лиза, Божия маркиза. Знаешь, что мне Иисус говорит? Не борись сама с собой. Что-то есть внутри, что борется, что отвергает саму тебя. Бог говорит, ты прекрасная. Говорит, Бог, ты прекрасная. Он верный щит. Очень хороший. Он часть моя. Ну все, слезки девичьи. Ты хорошая. Во всех. Господь, используй ее сильно. Моих. И храни ее личико во время боя. Не, все нормально, это нормально. Иисус тебя любит. А Господь, спасибо, ним веру я. Аллилуйя. Спасибо. Моя. Слава Господу. Мы так рады за вас. Спасибо большое, что вы вышли. Вы проверили свое коленко. А теперь проходите на место свое. Спасибо большое. Он давайте большие аплодисменты. Он часть моя во всех путях моих. Он верный щит. Отведите ее вниз, за нее помолится. Женя, он Женя, помолись за нее. Всех путях моих. О, благодать. О, благодать. Слава Господу. Спасу. Что с вами произошло? Когда вы сказали, что у кого колено правое и это обезболилось, я начала бежать. У меня вроде еще болел тазобедренный сустав. И когда я подошла, я сказала сзади служителям. И уже когда вы там всех опрашивали, я чувствую, что у меня уже тут ничего не болит. Я стою нормально и боли не ощущаю. Как долго у вас была боль? 9 лет. Это я упала 9 лет назад. Знаете, что интересно? Что вы начали бежать тогда, когда еще была боль. А, да. Вот я за что и говорю, я получила исцеление. Но еще до этого я там уже на месте исцелялась еще до исцеления. Это чемпионская вера. У меня была одышка. Не могла отдышаться. И все исчезло. Слава Господу. Слава. Нет отдышки? Нет. Пройдитесь быстро. О, давайте большие аплодисменты Иисусу. О, слава, пройдитесь еще. Нет боли. Нет отдышки. Поднимите ваши руки и скажите спасибо, Иисус. Поднимите ваши руки. Давайте еще разок. Благодарите Его. Благодарите Его. Мы превозносим, мы превозносим Тебя, Иисус. Аллилуйя! Ты моя причина. Слава Господу! Большие аплодисменты Иисусу! Не скупитесь сегодня на аплодисменты! Раб ушел! Раб ушел! Аллилуйя! Слава Господу! Я хочу задать вопрос. Есть ли здесь люди, которые... Я еще буду молиться, не переживайте, все хорошо. Есть ли здесь люди, которые вас пригласили или вам дали флаер, и вы первый раз на подобном собрании? Есть ли такие люди? Вау, давайте им большие аплодисменты. Вау, спасибо большое. Вау, я хочу за вас помолиться отдельной молитвой. Через некоторое время я помолюсь за вас отдельной молитвой. Слава Господу. Сегодня ночью Господь говорил ко мне, и Он мне сказал, что Кривой Рог – это город Божьей славы. Аллилуйя! Аллилуйя! Окей. И я хочу пророчествовать вам, что Бог начнет здесь пробуждение. И что интересно, что меня обрадовало и возвеселило больше всего, Господь сказал мне, что воды Божьи наполнят церкви в этом городе, и это потечет в православную и в католическую церкви. Аллилуйя! И мы увидим там чудеса. Конечно же, мы не говорим, что мы правильнее, чем православные или католики.
Мы не говорим, что православные католики правильнее, чем мы. Есть Иисус. У нас не два Иисуса, у нас не три Иисуса. У нас один Иисус. Но вы увидите пробуждение в этом городе. И пробуждение в Кривом Роге будет проявляться особенным образом. Не таким, как везде, и не таким, как мы слышали, бывает. Пробуждение и ранами Иисуса вы исцелены. Аллилуйя! И сегодняшние исцеления, они подтвердят это слово. И уже подтверждают. Это то, что Иисус сказал мне вечером. И все, что было закопано в этом городе, в жизни людей, будет снова откопано. Будет откопано судьбы, призвания, отношения и таланты. Слава Господу! Я хочу несколько слов, буквально 5 минут, сказать вот о чем. Что Иисус – это не религия. Все хорошо с религиозными людьми, это хорошие, добрые люди. Но Иисус – это не религия. Иисус Христос – это не история. Иисус Христос – это даже не обетование. Иисус жив! Вас не слышно. Слава Господу. История об Иисусе, она не поможет людям. Чудеса, которые делал Иисус, сегодня не помогут людям, которые Он делал 2000 лет назад. Нам нужно чудо сегодня. От болезней, от рака, от слепоты, разрушенные отношения. Нам нужно чудо не вчера, нам нужно сегодня. И Иисус жив, и Он продолжает делать чудеса. Аллилуйя. И Он подтверждает это. Есть чудесная библейская история. Деяния 3 глава, 1 стих написано, что апостол Петр и апостол Иоанн, они вшли вместе в храм молиться. Это то, о чем сказал пастор, что церковь – это молящаяся церковь. Сам Господь Иисус пребывал в молитвах. Молитва – это не последний пункт в безнадежных ситуациях. Молитва – это номер один, это отношение с Богом, это то, для чего Бог нас с вами создал. И они увидели хромого человека, который от рождения никогда не ходил. Это не значит, что он когда-то ходил и наслаждался, и потом произошла авария или болезнь какая-то, и он перестал ходить. Он даже не знал, что это такое. И он видел людей, которые входили в храм, но он войти не мог. Одни историки говорят, что эти ворота, у которых он сидел, они были сделаны из золота, но, или же очень красивые из меди, но не факт. Но он видел людей, которые куда-то в своей жизни вошли, а он войти не может. Если ты будешь честен сам с собой, если ты честный человек, ты признаешься самому себе, что ты хотел бы в жизни куда-то войти, но ты не можешь. Хочешь, но не можешь. Люди, которые не хотят, они не расстроены в жизни. Но вот почему уныние касается людей, потому что чего-то хочется. Что интересно, что этот человек родился и жил в те времена, когда в храм приходил Иисус. Я больше чем уверен, что Иисус там очень часто проходил. Иногда, смотря на людей, которых выводят вперед и рассказывают эти потрясающие истории, что Бог сделал в их жизни, и может прийти две мысли. Либо это все неправда, либо Иисус проходит мимо меня. Но то, что тебе казалось, что к тебе не пришло, а пришло к другим, Иисус не забыл тебя, и Он посылает к тебе людей Божьих. Вот почему есть пастор, вот почему есть церковь. Слава Господу. И он посмотрел на апостола Петра и Иоанна, и он хотел получить от них милость. И с одной стороны, это хорошо, но я не хочу всю жизнь жить на подачках. Это тяжело слышать, это еще тяжелее сказать, стоя здесь на сцене. Но у Иисуса есть что-то большее, чем просто милостыня.
милость дадим, все хорошо с этим, все в порядке. Но человек хочет ходить. И когда говорят, что у Петра не было денег, ну я бы поспорил, потому что в храм нельзя было приходить с пустыми руками. Они не приходили с пустыми руками. Но Петр имел в виду, что у меня есть что-то большее для тебя, чем просто деньги. У меня есть для тебя чудо, изменяющее всю твою жизнь. Аллилуйя. И они протянули руки к этому человеку и сказали: посмотри на нас. Для того, чтобы получить свое чудо, нужно отвлечься от самого себя. Казалось бы, я больше чем уверен, что вы хотя бы раз были у врачей. Я сам был у врачей. И вы знаете, и врачи — это очень классные люди. И ты приходишь, и тебе хочется излить им всю свою историю. И ты хочешь, чтобы они тебя пожалели и поняли. И, конечно же, они тебя внимательно выслушают. Все хорошо с этим. Но здесь, в данном случае, Петр говорит: не смотри на свои ноги. Не смотри на свою проблему. Посмотри на нас. Посмотри на Иисуса. И он говорит: что имею, то даю тебе. И он говорит: во имя Иисуса Христа встань и ходи. И он встал, и он ходил. Слава Господу. И он уже вместе с ними вошел в храм. Он сидел все эти там 40 лет или сколько, он смотрел, как люди в своей жизни в что-то входят, и все это проходило мимо него. А теперь он уже с ними вошел. Может быть, это коснется твоего бизнеса. Может, это коснется твоей профессии. Может быть, это коснется твоего здоровья. Но ты будешь ходить с теми, кого ты видел, что они ходят, а ты не мог. Вы здесь? Чу-чу-чу. Аллилуйя. И тогда толпа сбежалась. Сколько там? 4000 человек где-то пришло. И Петр говорит: вы начальника жизни убили Иисуса, но Бог воскресил его из мертвых. И ради веры, во имя Его, ради истины о Его воскресении, им этот поставлен здоров и жив. И если вы думаете, что тот, которого вы убили, я не знаю, сколько там дней назад, если вы думаете, что он не жив, тогда как этот ходит? Как эта женщина исцелилась от стольких болезней? Иисус жив! Я хочу сказать это в Кривом Роге. Иисус живой! Иисус живой! Скажи: Иисус живой! Вот почему ты получишь чудо. Вот почему ты получишь чудо. Слава Господу! Иисус жив! И чудеса подтвердят это. Иисус жив. Вот почему есть смысл нам здесь сегодня было собраться. Потому что Он жив. Иначе не было бы никакого смысла. Иисус жив. Вот почему мы можем исцелиться и получить свой ответ. Иисус жив. Вот почему мы можем молиться Ему и ожидать, что Он что-то сделает, когда мы Его попросим. Иисус жив. Вот почему твои грехи могут быть прощены тебе. Иисус жив. Вот почему ты можешь не пойти в ад, но пойти на небо. Аллилуйя. Я хочу попросить, чтобы никто не ходил в зале без крайней нужды. Иисус жив. Он уже это делает на этом собрании, но Он будет подтверждать свое воскресение чудесами и знамениями. Я вам хочу сказать, что чудеса – это не что-то. Чудеса – это кто-то. Это Иисус. И у Него есть для каждого человека чудо. У кого есть более чем один ребенок? Машите ручки. И вы сразу улыбнулись, когда вспоминаешь про своих деток. Если помощь нужна вашим детям, вы не дадите одному ребенку. Вы дадите обоим. У Бога есть чудо для каждого человека в этом зале. Поджелудочная. У кого-то прямо сейчас исцеляется поджелудочная.
У вас была тяжесть во чуть ниже грудной клетки. Это уходит прямо сейчас. У кого-то загрязнение кишечника. Господь очищает вам кишечник. И еще последнее скажу. Все, кто умерли, но которые претендуют на то, что им принадлежит поклонение, или как будто они живые, они не могут доказать, что они сегодня живы. А Иисус может. А Иисус может. Вы поняли, о чем я сказал? Вы поняли, о чем я сказал? Скажи ему, Иисус может. Евангелие, которое мы проповедуем, это не просто слова. Это слова, которые сопровождаются Божьей силой. Это слова, которые становятся плотью. Мы не просто говорим людям. Мы приносим людям ответ силой Божьей. И все, что тебе нужно сегодня делать, это верить. Если в зале девочка от 5 до 8 лет, которая нуждается в исцелении, или приблизительно этот возраст. Нету такой девочки? Может быть, она эфир смотрит? Есть? Тебе нужно чудо? Приди, пожалуйста, сюда. Аллилуйя. Евангелие работает. Вы знаете, несколько недель назад я был в Виннице. И еще до того, как я вышел на сцену, я увидел, в зале сидит женщина на инвалидной коляске. И Бог сказал мне, подойди к ней и молись за нее. Я подошел, спросил, что у нее с ногами. Она говорит, у меня был инсульт. Я потрогал ее ноги, они были деревянные. И я говорю, вы можете ходить сегодня. Вы можете ходить. Это все, что я ей сказал. Я даже не помолился за нее. Я думаю, Бог ожидал от меня большего. И когда я начал уходить и посмотрел на нее, я увидел, что ей уже отворачивают эти там части, где стоят ноги. И тогда я вернулся к ней, я подал ей руку, она встала с коляски, и мы начали ходить с ней. И мы начали ходить с ней. И мы начали ходить с ней. Мы долго ходили. Я все хотел ее посадить. Она говорит, можно еще? И вы знаете, что я сделал? Я оплошал. И я ей говорю, но если вдруг вам нужно будет уехать на инвалидной коляске, ваши ноги давно не ходили, это нормально, но когда приедете домой, расхаживайтесь. Вы знаете, она не уехала на инвалидной коляске, она ушла на своих ногах. Аллилуйя! Аллилуйя! Все, где ты не мог ходить, Иисус поднимет тебя. Аллилуйя! Боже, какая милота! Какая красота! Вы такие классные. Привет, Китя. Сколько тебе лет? 7. У тебя что-то болит? Да. А у тебя что болит? Зубы с желчками. Что-что? Желчь каменная? У тебя есть боль? Да. И зуб болит? Ой, ты зубик. И ты пришла все равно на собрание. Сегодня Иисус исцелит тебя от боли здесь. Он исцелит тебя. Что-то у тебя болит? У меня болят пятки. А почему они у тебя болят? Ну, я неправильно хожу, у меня ноги болят. Выворачиваются. Принесите мне стул. Вот так вот вовнутрь выворачиваются, да? Окей. Мы помолимся за вас. У тебя горлышко болит? Мороженое съела, наверное. Ты можешь сесть на этот стульчик. Садись. Мы поклоняемся тебе, Господь. Ты Бог на небе и на земле. Ты Бог на небе и на земле.
к ней свои руки. Ты можешь вставать. Господь, исцели ее. Как ты сказала, это называется? Желчь камень. Каменная желчь. Там есть камни? Желчь запекла. И болит все время, да? А когда нажимаешь болит, ты волнуешься? Да. Помогает? Да. Волна, когда волнуешься, тебе помогает? Капельку. Это женщина. О, я чувствую силу Господа. Господь, исцели ее. Желчь, рассосись. Извергнись из нее. Дух немощи и болезни. Оставь ее. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Исцели ее горлышко. Тебе было тяжело глотать? Исцели ее горлышко. Исцели ее миндалины, Господь. Сейчас есть боль. Можешь нажать, только легко. Не боль. Когда раньше нажимала, болела? Да. А можешь еще на чуть капельку, чуть-чуть сильнее нажать? Да. Есть боль? А можешь и вот последний раз и вот совсем еще чуть больше нажать? Нет боли? Нет. Всегда, когда раньше нажимала. Слушай, я вижу на тебе Божью славу. Ты призвана. Тебе, ты призвана. Господь, ты нет боли? Нет. Как долго это болело у тебя? 3 года. Сейчас нет. И каждый раз, когда нажимала, была боль? Да. Сейчас нет боли. 3 года. У нее была здесь боль. Каждый раз, когда она нажимала, ей было больно, сейчас боль исчезла. Нет боли. Давайте большие аплодисменты Иисусу. Мы поклоняемся. Болит еще горлышко? Не болит? Ты можешь сделать глоток вовнутрь? Болит? Нет. Когда вышла, болела? Да. Сейчас нет боли? Нет. Мороженое. Бог на небе и на вау! Нет боли. Нет. А как долго у тебя болело горлышко? Не знаю. Женщины. Они все иногда ставят мужчин в тупик. Ладно, я шучу. Что у тебя болит, Китя? У меня грыжа. Где? В животе. Ты ее чувствуешь? Понимаешь? Да. Иди сюда. У нее грыжа. С детства грыжа. Почти. Почти с детства. Ну, ты же сейчас взрослая. Ты такая красивая. Как тебе сейчас ходилось? Скатывались ноги вовнутрь? Господь, я благо... Немножко. Господь, пусть это уходит. Пусть... Может быть, ты привыкла уже так ходить? Мама меня записала на экскурсию. Я ходила по каникулам, а потом училась в школу. Господь, исцели ее ножки. Исцели ее, пожалуйста, пожалуйста. Иисус касается тебя прямо сейчас. Исцели ее ножки. А ну, пройдись туда и обратно. Так, я звал маленькую девочку, тут все, возраст возрастает. Волнуешься? Да. Давайте простем, у нее грыжа, пуповая грыжа. Именем Иисуса! Я отрубаю эту грыжу во имя Иисуса. Я чуть ли не испугала. Хорошо, я не хотел тебя напугать. О, я чувствую силу Божью. Волнуешься? Да. Скажи, не буду волноваться. Не буду волноваться. Иисус, исцели ее. Ты убрал сотни грыж и опухолей. Через несколько минут я начну молиться за вас. И особенной молитвой за людей, которые первый раз пришли. Прострите к ней свои руки. Убирайся! Ты можешь нажать, проверить, есть она еще? Чуть-чуть. А саму грыжу чувствуешь? Да. Ты напряжена вся. Давай глубокий вздох и выдох. Хорошо, умничка. Еще вздох и выдох. Ты хочешь, чтобы тебя Иисус исцелил? Аллилуйя.
Очень легко нажми, пожалуйста. Когда легко не болит, ну давай сильнее тогда. Еще есть немножко? А сама грыжа есть? Проверили. Может, она уменьшилась, может, не можешь найти ее. А раньше она... Я не знаю. Сейчас не можешь ее найти? А ты хотя бы раз ее чувствовала, когда нажимала? Да. А сейчас нет. Давайте большие аплодисменты Иисусу. Ты ее больше там не найдешь. О, слава тебе, Иисус! Как тебе сейчас хотелось? Что-что? Болят. Когда сейчас шла, не болели? Когда раньше ходила, болели? Немножко. А сейчас не болят. А ну давай пройдись еще раз. Давайте большие аплодисменты ей дадим. Есть еще, дорогая, еще есть вопрос привычки. Сейчас нет боли? Нет боли? Ты рада? Да. Ты счастлив? Да. Вау. Дети, откуда вы беретесь? Что у тебя болит? Щека отошел. Что у тебя? Я хочу, чтобы у меня походка изменилась. Что у тебя с походкой? Вот это? Что у тебя? Я заметил, тебе от 5 до 8 лет. Я понял, становись. Господь, исцели ее. Сейчас. Господь, исцели ее ногу. Простите к ней свои руки. Исцели ее ногу. Исцели ее ногу. Выровняй ее ногу. Помучься, помогает. Волноваться помогает. Боже, женщина, я вообще отказываюсь понимать что-то. Выровняй ее ногу. Дух эпилепсии, мы связываем тебя. Оставь ее во имя Иисуса. Слава тебе. Исцели ее пальцы. Слава тебе. Исцели ее пальцы. Слава тебе. Исцели ее пальцы. Господи, исцели ее пальцы. Во имя Иисуса. Аллилуйя. Вы хотите ваше чудо? Мы верим, что Господь делает это с вами. Хорошо? Как горлышко. Хорошо? Как животик. Хорошо? Все хорошо? Ну, придите, присаживайтесь. Мы верим за вас, Господь. Давайте большие аплодисменты, Господь. Поднимитесь на ваши ноги. Мы поклоняемся Тебе, Господь. Ты Бог на небе и на земле. Ты Бог на небе. Привет. И на... Дай пожевать что-нибудь. Что жуешь? Дай пожевать. Я шучу. А ты чего вышла на сцену? Когда я ложусь спать, у меня начинает ножка болеть. Какая ножка? Ну, вот это, вот это. А сейчас болит? Да. А где болит в ножке? Покажи. Вот там в косточках болит? В одной и в другой? Да. Ты хочешь, чтобы Иисус тебя исцелил? Как тебя зовут? Яна. Яна. Диана? Диана. Хорошо. Простите к ней свои руки. Иисус, исцели ее ножки. Исцели ее косточки. Исцели ее ноги во имя Иисуса. Дух немощи, болезни убирайся. Косточки налейтесь жизнью, стопы налейтесь жизнью во имя Иисуса. Сейчас болят? Да. Точно болят? Где болит? Прямо сейчас болит? Да? Господь, исцели ее. Исцели. А сейчас болит? Точно?
А здесь? Начинает болеть. А сейчас, когда стоишь, болит? Болит? А ну подпрыгни. Болит? Дитё, с тобой так сложно. Хорошо. Господь, исцели ее ножки во имя Иисуса. Давай так, ты сегодня придешь домой, ляжешь спать, у тебя болеть не будет. Ты придешь в следующий раз и расскажешь всем, что у тебя не болит. Хорошо? Беги, Китя. Беги. Если здесь люди, у которых слепой глаз один, но не от катаракты. Если здесь люди с одним слепым глазом, но не катаракта. Придите сюда вперед. Придите сюда вперед. Помогите им где-то здесь встать. Встаньте возле сиденьев. Помогите им там, пастора пусть немножко подвинутся. Нет, возле сидушек. Те, у кого один слепой глаз, но не катаракта. Мы поклоняемся Тебе, Господь. Ты Бог на небе. У вас слепой глаз. Я говорю, слепой глаз. Один. Один слепой глаз. Не два, один. Окей. Спасибо. У вас один слепой глаз? Не катаракта. У вас слепой глаз? Мужчина, у вас слепой глаз? Катаракта? У вас слепой глаз? Обои не видят? Вообще не видите? Я говорю, слепой один глаз. У кого один слепой глаз? У вас слепой глаз? Вот это, да? Окей. У вас слепой глаз? Вы им не видите? У вас слепой глаз? 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 Я говорю, слепой глаз. Хорошо. У вас слепой глаз? Вы, наверное, первый раз пришли, женщина. Не переживайте. Не волнуйтесь. У вас слепой глаз? Аллилуйя. Слава тебе, Иисус. Скажите, слава Богу. Поднимитесь все на сцену. И группа порядка, вот здесь вот их поставьте. Поднимитесь на сцену. Ты Бог на небе и на земле. Иисус. Ты князь мира во веки веков. Здесь становится. Поднимите ваши руки Господу. Туда. Всех. Тебе, Господь. Один слепой глаз. Не катаракта. Ваш глаз он не видит. Ты Бог на небе и на группа порядка сюда. Земле. Вот так. Ты князь мира. Вот так вот. И тех тоже сюда. Вы слышите? Сюда. Сюда, позовите их. Да, спасибо. Сюда. Спасибо. Спасибо за ваше терпение. Сюда. Сюда. Она не видит? Она не видит? Левый не видит. Вот этот? Хорошо. Именем Иисуса! О, Господь мой! Исцели ее глаз, дух слепой, я связываю тебя! Убирайся!
двумя глазами. Закройте. Делайте то, что я делаю. Давайте большие аплодисменты Иисусу. Где мой нос? Ты Бог на небе. Мой нос где? Где мой нос? Где мой нос? Где мой нос? Давайте большие аплодисменты Иисусу. Аллилуйя. Слава Господу. Стойте, стойте здесь. Слава Господу. Это большое чудо, когда слепой глаз открывается. Принесите мне воды. Воды принесите мне. Аллилуйя. Я хочу попросить вас сделать глубокий вздох и выдох. Хорошо. Я хочу, чтобы вы рукой закрыли тот глаз, который не видит. Который... Вы уже стоите, вам уже все. Вы уже стоите. Просто стойте здесь, который не видит. Церковь, простите к ним свои руки. Дорогие, скажите, я прощаю себя. И я прощаю других. Может, это было больно. Говорите, может, это было нечестно, но я не хочу с этим жить. Именем Иисус, дух слепой, я связываю тебя. Оставь этих людей. Оставь этих людей. Оставь этих людей, оставь этих людей, держите вашу руку, оставь этих людей, 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 церковь, молитесь, оставь этих людей, оставь ее, оставь этих людей, оставь этих людей, во имя Иисуса, положите ручку на глаз. Оставь этих людей. Исцели их, Господь. Исцели их, Господь. Исцели их, Господь. Исцели их, Господь. Возвысьте ваш голос. Исцели их, Иисус. Открой их глаз. Исцели. Аллилуйя. Уберите ваши руки с глаза. Уберите. Двумя глазами. Смотрите за микрофоном двумя глазами. Теперь глаз, который видел, закройте и повторяйте за мной. 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 Что я... То, что вы видите, повторяйте за мной. Что я делаю? Поднимите вашу руку. Повторяйте за мной. Повторяйте за мной. Не-не, закройте глаз. Этот закройте. Повторяйте. Кто... Что видите, то повторяйте. Аллилуйя. Аллилуйя. Вы видите, что я делаю? Повторяйте за мной. Что я делаю? Что я делаю? Что я делаю? Что я делаю? Аллилуйя. Дайте Богу большие аплодисменты. Кто повторял за мной? Кто только что повторял за мной? Вы. Идите сюда. Вы повторяли. Идите сюда. Вы идите сюда. Вы идите сюда. Вы повторяли. У вас глаз какой не видел? Вот этот? Закройте этот глаз. Рукой. Что я делаю? Закройте глаз. Что я делаю? Идите сюда. Кто еще повторял за мной только что? Идите сюда, четверо. Идите сюда. Идите сюда.
Аллилуйя. Вы не видели, на ваш глаз теперь повторяли? Закройте глаз, который видел. Который видел, закройте. Повторяйте за мной. Давайте большие аплодисменты Иисусу. Большие, 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 большие аплодисменты. Аллилуйя. Можно вас? Можно вас? Многое уже пришлось пережить, да? Я чувствую. Какой глаз не видит? Волнуетесь? Это и мешает. Скажите, я отказываюсь волноваться. Вы очень достойная женщина. Иисус хочет поднять это достоинство в вас. Вы как принцесса в Его глазах. Но похожи иногда на Золушку, а не на принцессу в этом мире. Иисус, Он поднимет ваше достоинство. Вы очень хороший человек, но много боли. Оставайтесь с Иисусом. Поверьте, оставайтесь с Иисусом. Этот глаз не видит. Скажите, я прощаю себя. Убирайся, дух слепой. Глаз видь, 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 видь. Двумя глазами. Закройте здоровый глаз. Здоровый закройте. Делайте то, что я делаю. Что вы видите? Пока ничего? Именем Иисуса. Скажите, я прощаю. Прости меня, Иисус. Помоги мне, Иисус. Исцели меня, Иисус. И я буду служить Тебе. Исцели ее, Господь. Дьявол, ты лжец! Ты лжец. Что я делаю? Посмотрите, что я делаю? Что я делаю? Видите что-то? Что вы видите? Что я делаю? Пока ничего, да? Мы будем верить, что вы получите свое исцеление. Хорошо? Сколько ваш глаз не видел? Долго очень. Лет, наверное, 15. 15 лет. Сколько ваш глаз не видел? Ой, это, наверное, из 5 класса. Сколько вам сейчас лет? Мне 67. 67. Приблизительно 55 лет ваш глаз не видел. 55 лет. Я хороший? Вау, слава Господу. Мы верим, что ваше исцеление проявится. Давайте им большие аплодисменты. Проходите вниз, проходите. 4 слепых глаза. Слава Господу. Сейчас я буду молиться уже за всех. Но я хочу... Вообще, это сильные вещи происходят, на самом деле. Те люди, которые пришли первый раз, я хочу помолиться за вас, и я хочу помолиться вместе с вами. Самой главной молитвой, которой можно только помолиться. Если вас привели первый раз в такое собрание, могу ли я вас попросить встать на свои ноги? Те, кто пришли первый раз на такое собрание, дайте им большие аплодисменты. Спасибо. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, для вас было бы нормальным, если бы я попросил вас подойти к сцене, я спущусь к вам, и я буду молиться за вас. Подойдите, пожалуйста. Давайте мы споем что-нибудь. Давайте аплодисменты большие Богу за этих людей. Твое имя, ты царь. Те, кто пришли первый раз. Не обязательно их ставить в ряд, не обязательно, пусть как могут. Если вам тяжело, вы можете сидеть, конечно же, но она хочет идти. Те, кто пришли первый раз, приходите, мы ждем вас, дайте большие аплодисменты Богу.
Дайте большие аплодисменты. Твое имя, ты царь. Церковь, давайте будем прославлять Господа. Аллилуйя. Ухающий среди нас. Я молюсь за тебя. Спасибо, что пришли. Привет, друг. Привет, друг. Сердца. Группа «Порядка», здесь много места, всех сюда не обязательно ставить в ряд. Они не в армию пришли, они в Дом Божий пришли. Подойдите ближе. Я буду здесь среди вас. Вау! Церковь, большие аплодисменты Иисусу! Среди нас и наполняющий слава Господу сердца. Так, либо мне надо обратно на сцену, чтобы вы меня все видели, или хотите, чтобы я был поближе к вам, поближе к народу, как говорил Михаил Сергеевич Горбачев, куда уже ближе. Ну ладно, помним. Слава Господу. Я не могу каждому из вас, я не могу каждому из вас в глаза заглянуть, но я хочу вам сказать большое спасибо, что вы пришли. Вас это ни к чему не обязывает, но я хочу вам сказать, что Иисус Христос, Он прощает грехи. Если вы будете честны сами с собой, даже если вы хороший человек, вы знаете, что есть грехи. Если здесь человек, у которого нет грехов, а ну помашите мне ручкой, у кого нет грехов, самое главное, что нам от этого весело, да? Нагрешили и смеемся. Я хочу вам сказать, Иисус очень любит вас. Что в вашей шее? Не можете говорить? Сзади никто не ходит, только те, кому нужно уйти. Я хочу помолиться вместе с вами. Помолиться о спасении ваших душ. Это самый важный день вашей жизни. Я хочу попросить вас, чтобы вы молились вместе со мной вслух. Хорошо? Вы такие хорошие люди. Вы очень хорошие люди. Скажите такие молитвы. Господь Иисус. Все говорите. Господь Иисус. Я верю в Тебя. Помоги мне. У меня не получается самого. Сколько бы я ни старался, помоги мне, Иисус. Я прошу Тебя, прости мне мои грехи. Войди в мое сердце. Будь моим Спасителем. Будь моим Господом. Живи в моем сердце. Я прошу Тебя. Во имя Иисуса. Аминь. 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 Вы первый раз пришли. Слава Тебе, Иисус. Я хочу вам сказать, что все ваши грехи вам прощены. Вам прощены. Вам прощены ваши грехи. Разве это не круто? Теперь вы пойдете на небо, когда придет ваше время. И еще. Я сейчас буду молиться за ваше исцеление через несколько минут. Но когда вы зашли сюда, вам дали анкету, правда? Дали анкету. А знаете зачем? По двум причинам. Вы знаете, наше советское прошлое научило нас бояться всяких анкет. Но когда вы их заполните, на выходе, если вы отдадите эту анкету, вам дадут в обмен подарок. Хорошо? Вы любите подарки? Я обожаю подарки. Я не слишком взрослый. Я люблю дарить подарки. Я люблю принимать подарки. Но у меня к вам большая просьба. Заполните анкету. Она вас вообще ни к чему не обязывает. Вы можете не заполнять ее. Все окей. Все хорошо. Чувствуете себя свободно. Все нормально. Но вам дадут подарок. Теперь Иисус будет жить в вашем сердце. Слава Господу.
под большие-большие аплодисменты церкви. Проходите на свое место. Церковь, аплодируйте Иисусу. Аплодируйте Иисусу. Аплодируйте Иисусу. Я сейчас буду молиться. Проходите на место. Через одну минуту я начну молиться за ваше исцеление. Ожидайте чуда. Не сейчас, не сейчас. На земле царь на мира. Поднимите руки Господу. Церковь — это то, ради чего вы молились, постились, стояли в вере. Давайте будем прославлять Господа. Давайте будем прославлять Господа. Аллилуйя! Праздник рождения свыше. Небеса торжествуют. Проходите, пожалуйста. Ты Бог на небе и на земле. Вся группа прославления, поднимитесь на сцену. Ты Бог на небе. Вся группа прославления. Все певцы, все музыканты, идите на сцену. Аплодируйте, церковь, аплодируйте Иисусу. Это самое большое чудо. Ты Бог на небе и на земле. Ты Бог на небе и на земле. Ты князь мира во веки веков. Мы поклоняемся тебе. Мы поклоняемся тебе. Спасибо тебе, Бог, за спасенные души. Спасибо, Иисус. Спасибо, Иисус. Ты Бог на небе. Спасибо, Иисус. Мы превозносим, когда люди проходят на места. Еще минуту ждут. Положите вашу руку. Я чувствую такую силу Божию. Такую силу Божию. Положите руку, где у вас есть боль. Проблемы с поясницей. Желчный. Господь исцеляет вас. Среди нас. И наполняющий сердца.
сносит. Аллилуйя. Положите вашу руку, где есть боль. Твое имя ты знаешь. Чье-то колено продолжает исцеляться. Аллилуйя. Надо успокоить ребеночка. Надо успокоить ребеночка. Или выйти на минутку. Со всем почтением, уважением. Положите вашу руку, где есть боль. Если у вас удален орган, Господь сотворит вам орган. Как этой женщине, которая выходила и свидетельствовала. Именем Иисуса. Закройте ваши глаза. Именем Иисуса. Как власть имеющий. Надо вывести ребенка. Я иду против тебя, дух немощи и болезни. Я здесь, чтобы сказать тебе, что ты лжец. Ты поражен. Я просил, вы выведите ребенка, пожалуйста. Пожалуйста. Дух немощи и болезни, оставь этих людей. Иисус, исцели их в великом множестве. Исцели их, Иисус. Я сегодня говорил Твое Слово, что Ты воскрес, и Ты подтверждаешь свое воскресение чудесами и знамениями. Исцели свой народ. Исцели свой народ. Грыжа, убирайся. Зрачок, яблочко, видь. Все, что давило вашу душу, убирайся. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Иисус. Скажи, я принимаю мое исцеление. Иисус здесь. Я вижу, как Иисус ходит и прикасается к вам. Боль уходит. Область аппендицита, чуть выше аппендицита, боль уходит. Аллилуйя. Какая-то девушка здесь очень плохо о себе думает, и ты уже измучила себя саму. Бог говорит, не делай этого. Аллилуйя. Спасибо тебе. Теперь поднимите ваши руки Господу и благодарите Его за чудо. Скажите, спасибо, Иисус. Спасибо, Иисус. Спасибо, Иисус. Спасибо, Иисус. За мое исцеление, за мое чудо, я благодарю Тебя. Если вы не могли видеть, начинайте видеть. Если вы не могли ходить, вставайте и ходите. Если вы не могли нагибаться, нагнитесь прямо сейчас. Если вы не могли поднять руку, поднимите. Если была боль в теле, нажмите себя, где была боль. Проверьте себя, проверьте себя. Прямо сейчас, прямо сейчас. Господь, дай новые зубы, дай новые дыхательные пути в носоглотке. Во имя Иисуса, щитовидка, исцелись. Лимфы, исцелитесь. Исцелитесь. Благодарите Господа. Вас не слышно. Благодарите, благодарите, благодарите. Скажите Иисус спасибо. Иисус спасибо. Посадите ее пока, посадите ее пока. Аллилуйя, дайте Богу большие аплодисменты. Дайте Богу большие аплодисменты. Дайте Богу большие аплодисменты. О, слава тебе, Иисус. Слава тебе, Иисус. И наполняющий сердца. Аминь, иди сюда, аминь.
Ирина, иди сюда быстро, 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 быстро. Проверьте себя. Проверьте себя. Аллилуйя, мы превозносим тебя. Поднимите ваши руки Господу. Давайте еще одну минуту мы прославляем. Мы прославляем тебя. Мы поклоняемся тебе, Господь. Наш Господь. Ты Бог на небе и на земле. Ты Аллилуйя, Бог слава, на небе, слава, 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 и слава. Если что-то изменилось в твоем теле, ты чувствуешь, что произошли изменения, подними свою руку, маши мне рукой. Машите, именно машите. Вы чувствуете, что боль ушла, что-то исчезло. Маши рукой, чтобы ты не потерял свое чудо. Машите рукой. Те, кто машут рукой. О, Господь, ты больше половина зала. Земле. Аллилуйя! Ты князь мира. Аллилуйя! Веки, веки. Поднимите ваши руки Господу. Поднимите, поднимите ваши руки Господу. Благодарите Его за ваше исцеление. Аллилуйя. Поблагодарите еще раз. Закройте ваши глаза на полсекунды, на полминуты. Твое имя Ты Царь. Аллилуйя. Мандарава пробридере. Спасибо тебе, Иисус. Теперь опустите ваши руки. Что-то в Кривом Роге происходит. Если у вас произошли какие-то перемены в теле, вы чувствуете, что ушла боль, поднимите вашу руку и машите мне рукой. Машите рукой. Только те, кто, у кого исчезла боль. Теперь вторую руку поднимите и машите. Если у вас исчезла боль, прямо сейчас. Прямо сейчас. Окей. Мы должны это сделать. Те, кто махали руками, пожалуйста, выйдите со своего места. И станьте... Они не поместятся. Мы сейчас сделаем это быстро. Пастор, можно по-своему? Те, кто подняли руки, чтобы вы не потеряли свое чудо и махали, придите сюда, быстро, 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 все, быстренько на одну минуту. Пожалуйста, те, кто махали руками, что с вашим телом что-то произошло, выйдите все вперед. Займите, не ставьте их в ряд, пожалуйста, все выйдите вперед. Все, 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 все. Группа порядка, не ставьте их в ряд, пусть выйдут вперед. Занимайте все вместо, занимайте, занимайте. Дайте большие аплодисменты. Вы чувствуете, что у вас исчезла боль. Пожалуйста, выйдите все вперед, выходите, выходите. Аллилуйя, аллилуйя. Аплодируйте Иисусу, аплодируйте Иисусу, аплодируйте Иисусу. Сколько чудес! Аплодируйте Иисусу. Сделаю сумасшедшую вещь. Можно?
Скажите, кто из вас злится на ту боль, которая была в вашем теле? Кого она прилично достала? Мягко говоря. Я вам, знаете, я вам честно скажу, я сам из Киева. Но я смотрю на вас, криворожцев, и я не просто на вас смотрю физическими глазами. Бог дает мне чувствовать вас. Я вам вот что хочу сделать, сказать. Смотря на вас, я вижу предпосылки к пробуждению. Вы хотели бы, чтобы дьявол, который был причиной вашей боли, то, что вам приходилось лекарства покупать, мучаться, вы хотите, чтобы у него сегодня инфаркт был? Только честно. Группа порядка, подвиньте все назад. Насколько возможно. И, кстати, не весь хор вышел. Но он скоро выйдет. Я хочу попросить вас на 2 минуты всех подняться на сцену. Давайте устроим сейчас дьяволу инфаркт. Поднимитесь. Все. Группа порядка, убирайте все отсюда. Всякие штучки убирайте. Церковь, я думаю, Иисус достоин аплодисментов. Через несколько минут слава Божья проявится могущественным образом в этом зале. Аллилуйя! Вас не слышно. Аллилуйя! Сюда занимайте все место здесь, не становитесь в ряд. Занимайте. Вера, тебя не слышно. Группа порядка, всю сцену заполняйте ими. Аллилуйя! Это так славно. Заполняйте все место, впереди здесь заполняйте. Аллилуйя. Саша, хочу я петь аллилуйя. Хочу я кричать аллилуйя, аллилуйя. Иисус, спаси. Занимайте, выходите. Вы такие хорошие. Славу, принять всю честь и всю хвалу. Хочу я кричать аллилуйя, Иисус, спасибо. Ты достоин принять всю славу, принять всю честь. Аллилуйя. И всю хвалу. Тебе поднимите ваши руки. Хочу я кричать аллилуйя, Иисус, спасибо. Ты достоин принять всю славу, это славно. Принять всю честь, это славно. И всю хвалу. Хочу я кричать аллилуйя, Иисус, спасибо. Wow. Ты достоин принять всю славу. Служители, которые должны были брать свидетельство, все пошло не по плану. Хочу я кричать аллилуйя, Иисус, спасибо. Ты достоин принять всю славу, принять всю честь и всю хвалу. Хочу я кричать аллилуйя. Поднимите ваши руки. Иисус, спасибо. Поднимите ваши руки. Поднимите ваши руки. Аллилуйя, мы славим тебя, Иисус. Аллилуйя, хочу я кричать. Тебе вся слава и честь. Слава, 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 слава. Тебе вся слава и честь. Тебе вся слава и честь. Тебе вся слава и честь. Столько исцеленных людей. Тебе вся слава и честь. Аллилуйя. Тебе вся слава и честь. Что с тобой было? У меня артроз вообще. У меня болят ноги часто. Сейчас нет боли? Нет, я притронулась, ничего не болит. Как долго это было у тебя? 4-3 года. Что у тебя, дорогая? Болела голень. Сейчас нет боли? Нет. Долго болела? 1.5 года. Вау. Аллилуйя. Что ж мне с вами со всеми делать? Аллилуйя. Это так славно.
Скажите, ни в коем случае не сравнивая, есть чудо, когда исчезла боль. И на самом деле это очень сильно. А у кого-то есть, что не просто исчезла боль. Как же это объяснить? О, Господь мой, слава Тебе, Иисус. Вы не могли поднять? Вообще не могла поднять. Да за бедри. Вот они, вообще, вот. Как долго? Ну, после молитвы. Хорошо, я сделаю это. Присядьте все. Вы дадите мне еще 10 минут? Дадите? Мы это сделаем. Я знаю, что я сделаю сейчас это по-своему. Пастор сказал, делай, что хочешь. Мы это сделаем. Я это люблю делать, даже если это займет время. Слава Господу. Сегодня вы хор. Сегодня вы хор. У дьявола сегодня и диарея, и инфаркт, и головная боль. Я сделаю это. Мы сделаем это в течение 10 минут. Я только у вас прошу, какая часть тела. Хорошо? И вы назовете мне. И когда вы ее назовете, вы потом пойдете на свое место. Хорошо? Но перед две части тела. У кого проблемы с резкостью зрения, положите руки на глаза. У кого проблемы с резкостью зрения? У вас нету ясности. И вы нет резкости. Положите ваши руки. Именем Иисуса! Господь, исцели их зрение. Он исцеляет зрение. Во имя Иисуса. Ясность, ясность, ясность. У вас была боль в глазах. Вам было больно читать. Была тяжесть в глазах. У кого-то был песок в глазах. Как будто бы песок. Исцели, Господь. Аллилуйя. Проверьте свое зрение сейчас. Кому стало чуть ярче видно или яснее? Есть такие люди, машите рукой. Стало яснее видеть немножко? Вам тоже там, да? Придите сюда. Всем, кому стало ярче видно, идите на сцену. Быстро, 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 быстро. Кто ярче начал видеть? Аллилуйя. 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 Кому стало ярче виднее, выйдите на сцену. Рак ушел, рак ушел. Аллилуйя, спасибо Тебе, Иисус. Аллилуйя. Кто чувствует присутствие Господа? Будут большие перемены в Кривом Роге. Я первый раз сказал правильно. Всегда пишу в Кривом Рогу или в Кривом Роге, сижу, думаю. Аллилуйя. Аллилуйя. Иисус, спасибо. Аллилуйя. Вы такие хорошие люди. Вы такие хорошие люди. Всю славу, лучше стало видно. И всю хвалу. А кому в душе сейчас хорошо? Хочу только честно. Кричать. Вот просто хорошо. Аллилуйя. Как в детстве. Иисус, да? Спасибо. Ты достоин. Что с тобой произошло? Всю славу, всю честь, глаза начали лучше видеть. Хвалу. Аллилуйя. Хочу я кричать. Аллилуйя. Иисус, спасибо. Сейчас поют только они. Вы знаете слова этой песни? Всю славу, сегодня вы наш хор. Всю честь. Хорошо? И всю хвалу. Давайте только мы будем с вами петь. Для славы Божьей. Поднимите ваши руки. Хочу я кричать. Только они. Аллилуйя. Иисус, спасибо. Прославляйте Иисуса. Ты достоин принять всю славу. Если вы в эфире, Иисус исцеляет вас. Разве это не чудесно? Господь, хочу я кричать. Аллилуйя. Иисус, спасибо. Ты достоин принять всю славу, принять всю честь и всю хвалу. Еще разок, вместе с церковью. Хочу я кричать,
Аллилуйя, Иисус, спасибо, Ты достоин принять всю славу, принять всю честь и всю хвалу, Господь. Хочу я кричать, повторяйте за мной, Иисус, спасибо, Ты достоин принять всю повторяйте славу, за мной. Принять всю честь и всю хвалу, Иисусу. Хочу я кричать, аллилуйя, Иисус, спасибо, Ты достоин принять всю славу, принять всю честь. О, слава Тебе! Аллилуйя, Иисус, спасибо, Ты достоин принять всю славу, принять всю честь, аллилуйя, всю хвалу. Некоторые люди принесли вещи свои сюда. Давайте помолимся, чтобы Бог помазал эти вещи, и когда руки возложат на больных людей, они исцелятся, хорошо? Господь Иисус, помажь эти вещи. Исцели их, пожалуйста, людей, которым возложат эти вещи. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Всякая немощь и болезнь да уйдет. Всякий демон оставит этих людей. Во имя Иисуса. Аллилуйя. Помажь эти вещи. Помажь эти вещи. Спасибо. Церковь, когда я вышел на сцену, я ощутил присутствие двух ангелов. Очень больших ангелов. И это ангелы силы Божьей. Кривой Рог нуждается в силе Божьей. Второе, служители, Бог помажет вас на более сильные и постоянные чудеса. Поэтому я за вас тоже помолюсь общей молитвой. Вы увидите больше чудес. Я говорю, Иисус снимает ограничения в сфере чудес. Вы будете делать чудеса. Вот что будет происходить. Чудеса будут происходить каждый день в Кривом Роге. Но у меня к вам просьба. Если через вас на неделе, в какой-то день произошло чудо, пожалуйста, позвоните администратору церкви, позвоните пастору, и потом они как-то все организуют это, и вы увидите, что где-то в один день, но чудо произошло. Вы просто будете собирать эту информацию для славы Иисуса и для вашей уверенности, что в Кривом Роге чудеса происходят постоянно. И я пророчествую вам, Кривой Рог увидит славу Божью. И я пророчествую, я просто вижу это пророчески, что в Кривом Роге дьявол очень сильно ударил по семьям. И Иисус укрепит семьи в этом городе. Он укрепит. Я пророчествую вам, что Бог будет хранить ваши щитовидки. Я прям вижу это в духе. Он будет хранить ваши щитовидки. Аллилуйя. Я пророчествую вам, что возраст людей увеличится в этом городе. Увеличится. Я пророчествую. Я вижу это. Если статистика была в основном здесь, теперь это будет здесь. Я пророчествую. И я вам хочу сказать, что бы вы ни видели в этом городе, что бы вы ни слышали об этом городе, но не в руках дьявола, Кривой Рог в руках Иисуса. Пою я тебе! Аллилуйя! Пастор, сегодня ночью, в часа два ночи, я никак не мог заснуть. И я молился. Конечно, после Олиного ужина попробую заснуть. Ну ладно. Я боролся с одним духом. Знаете, что это за дух? Это дух, может быть, мне не нужно было бы говорить это публично, но я скажу, который имеет отношение к делам плоти.
он атакует плоть. Дела плоти, мы знаем, пьянство, блуд. Волшебство – это слово, от которого пошло слово наркотики и все такое. Это очень противный дух, очень мерзкий дух, очень вонючий, слизкий, вонючий дух. Но мы закрыли его пасть с Иисусом. Вы увидите, что ваш дух стал сильнее, и ваша плоть не может вас контролировать. Вы увидите это. Будет больше свободы для вашего тела. И такое впечатление, что как будто бы вы ничего не делали, но вам уже меньше хочется грешить, меньше соблазнов, меньше искушений, потому что Иисус Царь. Аллилуйя. Аллилуйя. Я не знаю, может, мы не все успеем. Часть тела. Глаза. Шум в голове. Сейчас нет? Нет. Как долго? 2 недели. У вас живот перестал болеть, да, женщина с ребенком? Что у вас? Аденоиды. Что с живот? У меня поджелудочная болит с самого детства. Сейчас нет боли? Нет боли. Не волнуйтесь. Присаживайтесь. Что у вас? Мы сейчас вас... Мы просто быстро... Что у вас? Колено и тромбы. Что с тромбами? От живота до пятки тромбы не могут рассосаться. Как сейчас вы себя чувствуете? Хорошо. Не болит нога. Не болит, не тянет нога. Вау. Что у вас? Сильная головная боль была и поджелудочная. У меня уже 2 года. Что у вас? У меня сильно... Часть тела исцелилась. Колено. Что у вас? Глаза. Что было с глазами? Резкости не было. Сейчас лучше? Лучше, да. Вау, я так рад. Что у вас? Левое колено у меня перестало болеть, а правое продолжает. Господь, исцели ее правое колено. Вегетососудистая дистония. Что исцелилось? Поясница. Была боль? Да. Дару всегда держишь? Ну да. Сейчас нет? Нет. Вау. Так, тут было это? Ноги. Голень. Голень, хорошо. Мы сделаем это. И часть тела. Я же... Колено. Что у вас? У меня был выбит палец, я 2 года гитару в руки не брала. У вас был выбит палец? Да, я 2 года не брала гитару. Сейчас взяли? Ну. Сейчас, как ваш палец сейчас? Наверное. Пойдите, возьмите гитару, попробуйте. Что у вас? Спина болела вверху. Нет. Что у вас? Колено. Лучше видите, сколько исцелений. Что у вас болело? Правая часть лица. Что с ней было? Воспаление лицевого нерва. Сейчас нет боли. Аллилуйя. Ты рад? Да. Аллилуйя. Часть тела. Колено, щитовидка. Вы чувствуете, что вам сейчас легче стало? Так. Где? Колено, щитовидка. Колено. Хорошо. Что у вас? Поджелудочной, желчной. Не болит сейчас? Господь, я благодарю тебя, исцеление. Поясница, тазобедренный сустав, как с артроз. Вы не могли нагибаться? Ну, я... Вы не могли ровно ногу ставить. Сейчас ровно. Вау, слава Господу. Проходите, проходите. Что? Желудочная. Воспаление легких. Хорошо, что у вас? Головная боль прошла. Иисус исцели. У меня упала лестница на шею. Отсюда боль вся идет сюда. Пока что нет. А вы зачем вышли? Вы зачем вышли? Господь, исцели ее. Я просил только тех, кто исцелился. Исцели ее, Господь. Дышать стало легко. Я не могу. У меня была катаракта на 2 глазах. Я к вам подходила 3 года назад. Потом меня вы как раз не исцеляли. Вы не исцеляли. Я не исцеляю людей. Как сейчас? Господь через вас не исцелил. Потом я пришла, когда уже меня правили. Сейчас видите? Нет. Зачем вы вышли? Господь, не надо ко мне подходить, подходите к Иисусу, исцели ее, Господь. Друзья, давайте только те, кто исцелился, хорошо? Взяли гитару? Да. Не болит палец? Нет. Я теперь... 2 года вы... Все, идите в группу прославления. Прославлять Бога. Я была в группе прославления. Вау, вот это, как часть тела. Суставы на руках. В локтях и в плечах. Сейчас нет боли.
Вы могли руку поднимать? Да, раньше не. Не могли руку поднимать? Ну. Вау, слава тебе, Иисус! Очень быстро надо, часть тела. Вы когда перечисляли, что-то душит в груди, у меня сегодня была большая ситуация, я не могла даже дышать. Сейчас дышите? Давайте глубокий вздох. Слава Господу, что у вас? Головная боль поджелудочная. Колено. Хорошо, часть тела. Правая рука, мне тяжело поднимать бутылек. Как долго вы не могли поднимать ее? Ну, полгода уже. Сейчас поднимаете? Да. Что у вас? Были боли в пояснице, боли нет. Давай нагнись. Нет боли. Слава Господу. Поджелудочная у меня болела, и спина у меня. Тазобедренный сустав, почка. Левая сторона не могла наклониться. Наклоняйтесь. Вау, слава Господу. Как много. Продолжаем? Продолжаем еще, пастор? Вау. Вы знаете, лучшее, что вы можете сделать, это подойти после собрания на неделе к лидерам домашней группы, на домашку или к администраторам церкви и рассказать поподробнее. Они выслушают, они запишут. Только часть тела. Глаза и головная боль прошла. Почки, камень с места двинулся, перестали болеть. Позвоночник. Сделайте микрофон громче. Перелом позвоночника было, я не могла долго ходить. Было 4 часов, и надо было ложиться. А сегодня я целый день на ногах. У вас перелом позвоночника, и вы не могли ходить? Долго, 4 часа надо было ложиться. Сейчас стоите долго? С утра. Вау. Часть тела. Колено перестало болеть. Головные боли ушли, слава Иисусу. И зрение у меня улучшилось, потому что песок у меня как будто... У вас был песок в глазах. Так открывал. Песок. Да. Сейчас нет. А сейчас стало. Зрение поджелудочное. Я не могла нагнуться. У меня очень болело колено. Что-то в Кривом Роге с поджелудочными. Смотрите, нагибается. Аллилуйя. Глаза. Глаза. Сколько глаз поисцелялось? Очи. Глаза. Головные боли ушли. Ноги. Проблема с ногами. Проблема была подмышка, сильная боль была и опухоль исчезла. О, идите, опухоль исчезла? Да. Как она большая была? Ну, она тут у меня поставили диагноз закрытый туберкулез. И как бы без терапии я не могу. И тут была гуля. Сейчас нет? Нет. И... У кого есть опухоли в теле? Шишки, кисты? В груди шишки, кисты? Положите свою руку там, где есть боль, там, где есть опухоли. Именем Иисус! Я приказываю этим опухолям уйти. Во имя Иисус! У кого исчезли опухоли? Есть здесь кто с опухолями исчезли? У кого зрение исцелилось? У кого просто боли ушли? У кого выровнялась часть тела или кость? Что произошло? У меня выворачивались пятки. Сейчас не выворачиваются? Нет. Она же была на сцене. Я думаю, это очень жидкие аплодисменты. Аллилуйя. Ты останься, дорогие. Ты останься. Мы очень рады, что Господь исцелил вас. Могу ли я вас попросить милостью Божьей, что когда вы будете на этой неделе общаться с кем-то из верующих или администрация церкви, расскажите им, от чего вас Господь исцелил. Хорошо? Хорошо? Я прошу вас милостью Божьей. Подойдите к администратору, напишите ей в Facebook, или что мы соберем свидетельство, и мне передадут, и потом мы как-то это все озвучим, потому что сейчас нет времени. А сейчас проходите под бурные аплодисменты Иисуса. Проходите на ваши места. И будет еще одна молитва короткая. Пою я аллилуйя! Хочу я кричать, аллилуйя, Иисус, спасибо, ты достоин принять всю славу, принять всю честь и всю хвалу. Хочу я кричать,
кричать. Аллилуйя, Иисус, спасибо. Тебе стоит принять всю славу, принять всю честь и всю хвалу. Хочу я кричать. Помогите им спуститься. Аллилуйя. Аллилуйя. Церковь, поднимитесь, пожалуйста, на ваши ноги. Ты оставайся. Аллилуйя. Я знаю, что мы немножко, я задержал собрание. Аллилуйя. Ты говоришь, когда ты ходила, у тебя ноги вовнутрь скатывались? Да. Как долго? Ну, я не знаю. Мне всегда мама говорила, что это... Скажи, тебя это сильно беспокоило? Да. Скажи, были комплексы неполноценности перед другими детьми? Ну, не знаю. Сейчас у тебя не вываливаются в ноги вовнутрь? Нет. Ты ходишь ровно? Пытаюсь. Ты счастлива? Да. Давайте дадим Богу большие аплодисменты. Аллилуйя. Поднимите ваши руки Господу. Отец, именем Иисуса... Пастор, выйди, пожалуйста. Отец, именем Иисуса, я прошу, помажь служителей, помажь пастырей, делать чудеса и знамения в этом городе, по всей Украине. Пусть новый огонь, пусть большая мера веры поднимется внутри них. Во имя Иисуса! Чтобы они несли Евангелие силой Божией до краев земли. Аллилуйя! Давайте еще раз поем. Давайте прославим Иисуса за этот дивный праздник, за спасенные души, за исцеленные тела, все инструменты, все музыканты.